Говорение. Задание 1. Вы с другом обсуждаете проблемы трудоустройства молодежи. Примите участие в диалоге. Друг. Молодым людям сейчас очень трудно найти подходящую работу. Вы. Друг. Специалисты говорят, что выпускники вузов отчасти сами в этом виноваты. Вы. Друг. Молодые хотят получить все и сразу. Вы. Друг. По-моему, специальные агентства должны как-то содействовать молодежи в поисках работы. Вы. Задание 2. Вы со своими друзьями-иностранцами обсуждаете плюсы и минусы жизни за границей. Вашим друзьям возможность работать за границей нравится. Примите участие в диалоге. Друг, работать за границей так интересно? Вы. Друг. Прекрасная возможность познакомиться с новыми местами, новыми людьми. Вы. Друг. Столько сюрпризов тебя ожидает. Вы. Друг, и заработать можно неплохо. Вы.